Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые участники вебинара. Я надеюсь, что меня хорошо видно, слышно. У нас сегодня, ну, впрочем, как всегда, важная тема. Поставьте, пожалуйста, мне плюсики, восклицательные знаки, улыбки ваши, если вы меня видите и слышите хорошо. Отлично. Сначала маленький анонс. Если вы видите, заставка немножко отличается от той заставки анонса, которую я отправляла в наши общие чаты. Дело в том, что мы создали такую тему, которая называется «Гормональное тело». Дело в том, что гормоны, как я неоднократно говорила, управляют нашей жизнью. Ну, некоторые думают, что управляет жизнью мозг. На самом деле это правда. Он дает команды, чтобы сердце стучало, почки выделяли. Но работой мозга управляют все-таки гормоны. Посмотрите, пожалуйста, вот здесь на картинке у нас вся наша гормональная система. Могу вам сказать, что если сложить все вместе, вот вся наша гормональная система не превышает по весу 100 грамм. Представьте себе какого-то крепкого мужчину 90 килограмм весом, а гормональная система всего лишь 100 грамм. И я хочу сказать, что очень может сильно осложнить жизнь и такому здоровяку, потому что гормоны влияют на все. На физическое развитие, на психическое развитие, на половое развитие, умственное развитие, рост, обменные процессы. При недостатке или избытке гормонов развиваются тяжелейшие нарушения и заболевания. И поскольку гормонов достаточно много в организме, я поняла, что не могу сделать одну общую какую-то презентацию про все гормоны сразу. Более того, более 20 гормонов на 100% светозависимые, оставшаяся половина связана с этими гормонами. В общем, все довольно сложно, и мы будем вот в этом цикле «Гормональное тело» говорить о влиянии гормонов на нашу с вами жизнь. И мы уже, в общем-то, начали, когда мы с вами говорили о диабете, да, и мы говорили о влиянии инсулина на жизнь человека, насколько это меняется. И сегодня у нас тоже очень важная тема, которая называется «Осенний период в жизни женщины». И вот здесь как раз этот осенний период напрямую связан с работой гормональной системы. И мы поговорим о применении светотерапии Биоптрон в климактерическом, при климактерическом синдроме, но сначала мы разберемся, что это такое. Однажды. Вы прекрасно понимаете, что все всегда случается однажды. Причем сразу. Мы вдруг начинаем отмечать, что у нас выпадают волосы. Ну, сначала мы думаем, что это сезонные какие-то дела, потом мы бежим к эндокринологу, думая, что это проблема исключительно со щитовидной железой. Но дело в том, что одновременно, причем волосы могут выпадать не только на голове, ресницы могут выпадать, брови, в интимной зоне. Потом одновременно мы ощущаем снижение памяти, концентрации внимания, какие-то появляются навязчивые мысли, куда нужно бежать к психиатру, начинаются проблемы со сном, да, какие-то тревожные мысли не дают спать, какие-то частые ночные просыпания, начинаются расстройства пищеварения. В жизни никогда ничего не было, желудочно-кишечный тракт работал как часы, и со стулом начались проблемы, поносы, запоры, метеоризм, куда побежим, гастроэнтерологу, конечно. Непреодолимая тяга к сладкому или вообще какой-то экзотической, может быть, даже пищи. Я знаю одну даму, которая вдруг начала есть мидии, и причем мидии, она, ей так нужно было эти мидии, что она их ела каждый день. А сухость кожи, ну, у многих, скажем, генетически сухость кожи наблюдается, но вдруг появились какие-то чуть ли не корки на локтях, на ступнях, да, увеличение или снижение веса, все точно так же, ничего не менялось. И вдруг однажды, и все это случается вдруг, постоянная какая-то усталость, отсутствие жизненной энергии, невозможность куда-то двигаться, да, в общем, короче, огромное количество признаков, что с нами что-то не все в порядке. Тут же появляются какие-то дополнительные морщины на лице,
вырос живот, всегда ходила с плоским животом, и вдруг откуда он взялся, и не убрать его никак. Начинаются головные боли хронические какие-то, какие-то приливы-отливы. Циститы, даже в молодости не страдал человек, женщина, никакими там мочеполовыми проблемами. Так вот, что происходит? И начинается вот такая вот паника. На самом деле никакой паники. Просто наступило такое время, когда тело просит дополнительного ухода. Симптомы менопаузы, вот то, что я перечислила, мы к ним еще будем возвращаться. Главное не бояться. Первое, что нужно сказать о данном состоянии, оно совершенно естественно. Ничего такого сверхъестественного не происходит. Просто по достижению определенного совершенно возраста мы с вами разберем, что и как это происходит, и вы поймете, что как только мы разложим все по полочкам, оказывается, ничего страшного, собственно, не происходит. Так вот, при достижении соответствующего возраста его переживает каждая, абсолютно каждая представительница женского пола на нашей планете. В большинстве случаев вот такие первые изменения в своем состоянии мы можем наблюдать где-то в возрасте 45-50 лет, так называемая пременопауза. Давайте мы с вами посмотрим, что это такое. Вообще, как бы вот такой, это период, предшествующий климаксу, и на самом деле вообще как бы это достаточно длительный вообще период, и поэтому мы говорим, что это практически треть жизни женщины, и если мы его проживем правильно, если мы будем понимать, что с нами происходит, то в принципе наша жизнь практически не поменяется, а может быть даже поменяется еще и в лучшую сторону. Так вот, тоже очень индивидуально здесь те сроки, которые я буду называть, они достаточно условны, среднестатистические, в принципе, как средняя температура по больнице, но в принципе продолжаются около 2 лет. Итак, если ваш возраст близок к критическому, то есть это 40+, следует быть готовой к появлению вот таких первых признаков менопаузы. Они не обнаруживаются сразу все и в жутком совершенно количестве. Например, скажем, то же самое выпадение волос, вы не лысеете за сутки, нет. Все это объясняется угасанием как раз репродуктивной функции. И происходит плавно и естественно. И я назвала это не этапами старения. Ни в коем случае не воспринимайте, пожалуйста, это как старение организма. Это этапы взросления. Пременопауза, вот этот вот период от начала снижения функций яичников в среднем, да, начинается в 40-42 года. Непосредственно сама менопауза, это вот как раз последняя самостоятельная менструация и год после нее, и постменопаузальный период, который продолжается приблизительно до 70 и далее лет. Мы можем продлить этот возраст, когда уже все устаканилось, мы его можем продлить до наших 120, которых мы хотим жить, которые заложены в нас с вами генетически. Итак, первые признаки. Появление сухости и дискомфорта в интимной зоне. Вот это вот первый такой яркий признак, который говорит о начале снижения вот такой репродуктивной функции. Угасание полового влечения, повышение утомляемости и эмоциональная нестабильность. Не испортился у вас характер, это все гормоны. Увеличение массы тела. Очень многие отмечают, что наступает какой-то период, особенно сейчас заметили, после, скажем, самоизоляции, да, когда мы ели больше, чем нужно, а двигались меньше, чем нужно, да, вот то количество килограмм, которое мы прибавили, практически не снизить. Здесь еще и гормональная система, конечно, играет свою роль. Снижение упругости кожи, появление первых мимических морщин, ломкость, усилившееся выпадение волос, проявление артериальной гипотонии или гипертонии, нарушение сна, в первую очередь бессонница, повышенную потливость и первые приливы. Это не те приливы, которые возникают, например, там, скажем, ночью или днем вдруг на ровном месте. Это те первые приливы, обратите, пожалуйста, на них внимание, которые связаны со стрессовой ситуацией. В самом начале именно таким образом это все происходит. И недержание мочи при кашле и чихании. Вот такие появляются капельки на прокладках. Пожалуйста, без паники.
Дело в том, что очень часто женщины пугаются, потому что в настоящее время наступление менопаузы очень часто совпадает с достижением женщиной определенного уровня жизни, сложившаяся семейная обстановка, карьерный успех, высокая самооценка. Да, мы закончили образование, выросли дети, мы занимаем определенный статус в социальной лестнице. А гормональные изменения, которые начинаются, они нарушают весь привычный ход вещей, выбивают нас из колеи, сказываются на самочувствии, на мироощущении. И, конечно, это очень неприятно, и очень часто женщины начинает паниковать. Так вот, что такое климакс? Это период жизни, в течение которого женщина постепенно переходит из репродуктивного состояния в нерепродуктивное. Вот так себе и уложите. Ничего страшного не происходит. Из репродуктивного в нерепродуктивное. Субъективные ощущения, которые возникают в этот период, и называются климактерическим синдромом. Часто женщины, которые подходят к этому возрасту, 40-летние женщины, 45-летние женщины, очень опасаются менопаузального периода. И действительно, есть женщины, у которых это проходит очень тяжело. Даже есть ситуации, когда женщина получает инвалидизацию, инвалидность, да, третью группу, вторую группу. Но если мы знаем, что мы будем делать и что происходит в организме, конечно, мы до этого не доведем. Менопаузальный синдром – это последствия как раз гормональной перестройки. Тяжесть синдрома зависит от наследственности. Вспомните, как проходило у вашей мамы, у вашей бабушки, может быть, вы помните. Внешних условий, образ жизни очень сильно влияет на это, а также особенности строения организма. В среднем с данным состоянием сталкивается до половины всех женщин, а по некоторым данным две трети. Поэтому важно знать просто, когда стоит быть готовой к его наступлению и что в этом случае сделать, чтобы ни наш карьерный рост, ни наша самооценка не пострадали. Любой женщине важно понимать, что происходит с ее организмом. Это поможет избежать лишних стрессов, которые сами по себе будут провоцировать вот эти вот состояния, да, усугублять ситуацию. Давайте мы посмотрим, какие признаки, какие симптомы и что нам нужно с вами делать. Итак, главная особенность периода после менопаузы – это гормональная перестройка. То, с чего мы с вами начали, да, гормональное тело. Яичники постепенно перестают производить половые гормоны, которые называются эстрогены. Однако вот затем, в отсутствие эстрогенов, многие системы организма начинают испытывать нехватку этого гормона и становятся уязвимыми перед различными патологическими состояниями. И если вы посмотрите на вот эту картинку, там буквально начиная с увеличения массы тела и заканчивая, например, проблемами полости рта, гингивиты, пародонтиты, тоже именно в это время начинают цвести пышным цветом. Но, конечно, в первую очередь будут страдать мочеполовая система, будут страдать сердечно-сосудистая система и наш костный аппарат. Давайте кое-что об эстрогенах. Почему так важен этот гормон в нашей жизни? Именно под действием эстрогенов стимулируется развитие и рост органов всей репродуктивной системы. Обеспечивается циклически повторяющийся процесс отторжения эпидермиса полости матки. В печени происходит синтез веществ, которые контролируют уровень свертываемости крови, препятствуют появлению маточных кровотечений. Кроме того, защиту кровеносных сосудов от образования холестериновых бляшек, поддержание нормального протекания метаболических, то есть обменных процессов, и активизацию мозгового кровообращения. То есть вы понимаете, какой комплекс со снижением выработки вот этого уровня гормона мы с вами можем получить. И все это, как правило, происходит вот незаметно, но когда мы уже обращаем внимание, довольно поздно. Так вот, одной из важнейших проблем современной медицины как раз и является поддержание обычного уровня жизни женщин после менопаузы. И это достижимо. Это касается и физиологических проявлений, симптомов снижения уровня эстрогенов, психологического состояния, так и противодействия рискам различных вот тех состояний, о которых мы говорили, опасными самыми, которыми является, например, остеопороз,
и различные нарушения работы сердечно-сосудистой системы, таких как инфаркты, инсульты. Так вот, грамотно подобранная терапия позволяет избегать очень многих осложнений. Более того, как правило, женщины не замечают, что у них происходит вот такая вот перестройка. Итак, приборы светотерапии Биоптрон для лечения, реабилитации и профилактики в менопаузальный период совершенно незаменимы. Потому что за счет того, что у них разные длины волн, они воздействуют, вы видели сразу, сколько систем у нас страдают от снижения эстрогена. Так вот, за счет того, что у Биоптрона разные длины волн, которые влияют на разные органы и системы, мы как раз подстилаем пуховую перину под все, по сути дела, возможные осложнения в этот период, очень такой непростой для женщины. И мы получаем биопозитивные эффекты на всех уровнях различных органов, различных систем, и вплоть до того мы выравниваем состояние гормональной системы. Итак, что мы получаем, используя светотерапию Биоптрон? Противовоспалительный эффект, противоотечный, обезболивающий, регенерирующий, иммуномодулирующий, потому что при снижении эстрогенов тоже страдает, кстати, очень сильная иммунная система. Метаболические, вот те обменные процессы, о которых мы с вами говорили. Трофический, то есть питание тканей восстанавливается. Десенсибилизирующий, антитромботический, и мы восстанавливаем микроциркуляцию. То есть мы буквально пробежали сейчас по некоторым проблемам, и мы с помощью системы светотерапии Биоптрон буквально закрываем, знаете, как вот эти вот бреши, да, у нас получается прям вот щит мы создаем такой для организма женщины, несмотря на ситуацию. Конечно, мы будем обязательно использовать гиперполяризованный свет Биоптрон, который позволяет нам более глубоко проникать. То есть клетка у нас будет получать линейно поляризованный свет и получать ее энергию, а уже на атомном уровне восстанавливать более тонкие процессы нам будет гиперполяризованный свет, благодаря тому, что у нас есть фуллереновые фильтры, которые мы будем точно так же использовать в комплексном решении проблем менопаузального периода у женщин. Светотерапия незаменима в этом плане, потому что когда мы имеем возможность целенаправленно использовать различные длины волн и целенаправленно влиять на разные системы в комплексе, уникальный получаем эффект. То есть Биоптрон здесь – это, наверное, единственное, что наверняка восстановит весь организм в целом. При этом, что касается цветотерапии, мы знаем, что в цветотерапии Биоптрон только медицинские длины волн, да, представлены в виде 7 фильтров Биоптрону Медолог, Биоптрону Про, и разные длины волн влияют и на физическое здоровье, восстанавливая физиологические процессы, заметьте, естественным образом, и на психическое здоровье, потому что здесь очень важно, мы говорили о том, что любое состояние стресса, волнения усиливает физиологические проблемы, которые могут возникнуть на уровне вот такой достаточно серьезной гормональной перестройки у женщин. И первое, что я рекомендую для того, чтобы восстановить, вот исполнилось 40 лет, радужный душ. Утро у вас должно начинаться с радужного душа. Не будем ждать, пока начнутся какие-то проблемы, не будем ждать, пока у нас начнется, да, по срокам, которые я называла. Начните утро, пожалуйста, с радужного душа. 1-2 минуты на соответствующий энергетический центр, соответствующий длиной волны, которую мы видим как цвет, снизу вверх. Прекрасная работа. 10 минут это у вас займет, но половину проблем уйдет сразу. Поэтому начинаем утро всегда с радужного душа. Давайте мы поговорим еще все-таки о симптомах менопаузы. Как уже было сказано, климактерический период у женщин связан с практически полной остановкой выработки эстрогена. Так вот, рецепторы, которые чувствительны к данному гормону, располагаются во многих органах. Почему так получается, что сразу сыпется все, да? Эти рецепторы есть в мочевом пузыре, вот вам циститы и недержание, сердце и артерии, вот инфаркты и инсульты, которые начинаются у женщин к 50 годам, да, кости, кожа, да, внешнее старение, и значит работа каждого из них подлежит перестройке. Помочь перестроиться
сделать заместительную естественную терапию поможет светотерапия биоптрон. Ну и давайте посмотрим конкретно, какие системы подвергаются наибольшим изменениям. Первые 1-2 года после менопаузы в первую очередь страдают кровеносные сосуды. С их работой связан наиболее ассоциируемый с менопаузой симптом, все его знают, это приливы. Реагируют сосуды не более чем. Внезапное ощущение жара продолжаются, как правило, 1-2 минуты. Вы иногда видите, как женщина вдруг, да, сидела, разговаривала, хватает какой-нибудь там журнал или там что под рукой есть и начинает вот таким образом обмахиваться, сопровождается обильным потоотделением, головокружением очень часто, да, и довольно часто уже в разгар менопаузы может такие приливы беспокоить ночью, нарушая, опять же, ночной сон. Также со стороны кровеносных сосудов отмечают болевые спазматические синдромы в области сердца. Это не еще не созревшее, скажем так, заболевание сердца, но уже такой звоночек, что на сердце нужно обратить внимание. Поэтому первое, что мы делаем, восстановление внутренней гармонии. Уникальная совершенно программа, которая позволяет нам системно с помощью различных длин волн решить огромное количество проблем, в том числе если у нас начались вот такие вот приливы. Раздражение, эмоциональный дискомфорт, подавленность, страхи, резкие перемены в жизни. А что уж более резкая перемена в жизни, чем начавшаяся менопауза, у женщины можно назвать. Что еще я рекомендую? Обязательно на программу нормализации сна. Дело в том, что вот эти программы по цветотерапии – это не таблетка. Вот мы вот приняли и заснули. Нет, именно нормализация сна, потому что здесь участвует огромное количество процессов, нейронов мозга, состояние внутренних органов, состояние симпатической, парасимпатической системы. И вот такая программа по нормализации сна позволит нам избежать вот этих ночных приливов и спокойно высыпаться. Для женщины это очень важно. Нервная система. В первое время постменопаузы очень нередки депрессивные вот такие состояния, частые смены настроения, недовольства какие-то, да, расстройства сна и нарушение концентрации внимания. Все это из-за нарушения вот такого, из-за нарушения гормонального дисбаланса. И здесь я рекомендую, это любимая моя программа, потому что она решает огромное количество проблем, душевное равновесие. Вот если вы выбиты из колеи, раздражаетесь по пустякам, какие-то навязчивые мысли все время, да, которые преследуют и днем, и вечером не дают заснуть, да, тревожность без причины, это все нарушение гормонального фона. У вас не испортился не характер, вас точно так же любит муж, у вас замечательные дети, прекрасная работа, ничего такого не происходит, но вам плохо. Душевное равновесие. Идеальная совершенно программа, которая будет вам помогать, делается один раз в день, 15 минут, прекрасно решит все вопросы. Что происходит через 2-5 лет после менопаузы в среднем? Здесь начинает страдать мочеполовая система. Первые мы говорили о том, что это сухость и неприятные ощущения, могут быть зуд, жжение, учащенное мочеиспускание, ставят циститы, назначают антибиотики, помогает на 5 дней, через 5 дней все снова здорово. Это опять симптомы менопаузы. Это необычный какой-то цистит, необычный зуд, необычное раздражение. Женщина начинает бегать по гинекологам, делать мазки, какие-то у нее нормальная совершенно микрофлора, да, но вот это синдром менопаузы, если мы не будем с этим работать, то начнутся уже действительно болезненные нарушения, уже и поставят хронические циститы, уже будет нарушение микрофлоры. Нарушается кровоснабжение, снижается мышечный тонус уретры. И вот здесь для того, чтобы предотвратить воспалительные заболевания, они очень быстро возникают. Дело в том, что очень короткое расстояние от уретры до мочевого пузыря у женщин, да, вот здесь нужна иммунная программа и укрепление защитных сил организма. Это тоже та программа, которая позволит нам решить в этот период огромное количество проблем. Кожа. Кожа также имеет определенную чувствительность к потере эстрогенного баланса. Она становится более сухой, появляются морщины. Но обратите, пожалуйста, внимание на ногти и волосы. Мы уже говорили о том, что может быть потеря волос. Дело в том, что ногти и волосы, наверное, не все знают.
это тоже относится к коже, это не самостоятельные какие-то органы у нас. Поэтому, естественно, будут страдать и ногти, и волосы, они будут более ломкими, точно так же сухими, теряют блеск, привлекательный внешний вид. Это происходит из-за того, что снижается образование коллагена при дефиците эстрогенов. И это мы знаем первое, что восстанавливает светотерапия Биоптрон. Дело в том, что Биоптрон, влияя напрямую на фибробласты, восстанавливает количество коллагена и эластина, улучшает микроциркуляцию и повышает эффективность косметических средств. Более того, когда вы светите, например, на лицо с помощью светотерапии Биоптрон, посмотрите, пожалуйста, у нас на лице огромное количество биологически активных зон. Нам нужно восстанавливать весь организм в целом. И когда мы светим просто на лицо полихроматическим светом, конечно, здесь нужен Биоптрон большего диаметра, посмотрите, пожалуйста, вот на подбородок, да? Что у нас здесь? Вот об этом я и говорю. Поэтому, пожалуйста, используйте светотерапию Биоптрон просто на лицо. Например, утром вы сделали радужный душ, потом посветили 10 минут на лицо полихроматическим светом, а вечером сделали какую-то программу. Поэтому мы получим прекрасный совершенно результат, и выглядеть вы будете еще лучше, чем до начала менопаузы. Таким образом, что мы получаем? Борьбу с возрастными изменениями кожи, замедление процессов старения, повышение эффективности применяемых косметических средств и процедур, лечение дерматологических заболеваний, нормализацию гормонального фона. Помним о том, что Биоптрон действует на организм системно. Мы препятствуем развитию гинекологических заболеваний, ну и, соответственно, препятствуем развитию опухолевых процессов, которые, к сожалению, тоже в этот период начинают цвести пышным цветом. Ну и, конечно, вы знаете наш секрет. Оружие, я его рекомендую использовать. Цветная маска красоты, которая занимает всего 16 минут. Если вы ее раньше не делали, пожалуйста, сделайте ее 10 дней подряд. Мы используем голубой, оранжевый полихроматический фильтр. Если у нас близко сосудистая сеточка, да, мы оранжевый фильтр заменяем на зеленый. Вот, собственно, и все. 10 дней подряд, а потом мы оставляем маску красоты как поддерживающую терапию 1-2 раза в неделю по необходимости. Помним о том, что система светотерапии и цветотерапии Биоптрон действует на организм системно, поэтому мы не только восстановим наше лицо, но и омолодим весь организм в целом. И я могу сказать, что ту награду, которую мы получили в 2014 году и подтвердили свой статус в 2015 году, когда Биоптрон был признан был лучшим антивозрастным прибором, имеются клинически подтвержденные данные. Используйте, пожалуйста, в полной мере. Через 5-8 лет после менопаузы начинаются проблемы с костной системой. И многие женщины, к сожалению, знают, если, скажем, подвернув ногу, раньше вы потерли это место, чуть постарше стали, нужно было уже замотать, а в определенный момент, просто подвернув ногу, мы получили перелом. Так вот, это один из самых опасных рисков при менопаузе женщин, это развитие остеопороза, потому что за счет снижения эстрогенов происходит вымывание кальция из костей, в результате они становятся более хрупкими, и около 40% женщин развитых стран сталкиваются с этой проблемой, и в 30% случаев это ведет, к сожалению, к переломам. Все дело в дефиците кальция, витамина D на фоне гормональных изменений. В постменопаузальный период женщина может терять до 2% костной ткани. То есть, представляете, постоянно уменьшается вот эта вот костная ткань, более того, она становится пористой. И у нас есть замечательная совершенно тема по Биоптрону, это стимуляция восстановления тканей. Светотерапия Биоптрон не только позволит ускорить реакцию, позитивную, естественно, реакцию организма на травму, но и повысить иммунитет, ускорить пролиферацию фибробластов. Помните, мы говорили, то есть мы восстанавливаем коллаген, восстанавливаем эластин, и, естественно, мы получаем очень хорошее заживление раны. Улучшить качество новой ткани. То есть благодаря Биоптрону мы получаем вот такое вот замещение. Ну, снимаем отек, ускоряем рассасывание гематомы, убираем боль, это все понятно. Но самое главное, здесь Биоптрон обязательно использовать. И не ждите, пожалуйста, пока наступит какой-нибудь перелом. Прибор Биоптрон – это прибор естественного метода лечения и профилактики ежедневного применения. Не нужно ждать, пока гром грянет или мужик не перекрестится. Применять все очень просто – мы
направляем биоптрон под углом 90 градусов, экспозиция 10-15 минут. Мы можем в этом случае, у нас есть прекрасный фуллереновый фильтр, который действует более глубоко, мы можем вот эти 10 минут делить 5 минут полихроматическим светом, 5 минут гиперполяризованным светом и получаем замечательную совершенно защиту. Ну и, конечно, сердечно-сосудистая система. Очень редко 40-летние женщины страдают, в отличие от мужчин, страдают от инфарктов и инсультов. Так вот, после менопаузы очень резко повышается риск развития атеросклеротических явлений, стенокардии, инфарктов и инсультов. Защитная роль эстрогенов в отношении сердечно-сосудистой системы практически прекращается. До этого времени нас как раз защищали эстрогены. И опять же идет нарушение, скажем, баланса и кальциевого, и витамина D, и других гормонов. Именно поэтому, что делает цвет биоптрона? Мы восстанавливаем текучесть крови, улучшаем микроциркуляцию, улучшаем поступление тканей кислорода, питательных веществ, укрепляем иммунную систему. И самое главное, мы нормализуем состояние сердечно-сосудистой системы. Давайте не будем ждать, пока гром грянет. Биоптрон уникален тем, что он занимается профилактикой. Ну и, соответственно, борется с бессимптомным воспалением. Улучшение микроциркуляции. Что нам дает? Снижение риска образования тромбов. Улучшение состояния сосудов. Это эффективнейшая борьба с венозными застойными явлениями, которые проявляются в язвах, да, вообще с периферическим кровообращением. Уменьшение отечности, укрепление иммунитета. Ну и, конечно, снижение риска инфарктов и инсультов, вызываемые закупоркой жизненно важных сосудов. Снижаем атеросклероз, гипертоническую болезнь берем под контроль. Светотерапия биоптрон профилактирует у нас различные ишемические явления, таких как ишемическая болезнь сердца, ишемическая болезнь мозга, гипертония. Так вот, в комплексной терапии биоптрон незаменим, особенно в менопаузальный период, когда все вот эти заболевания, к сожалению, цветут у нас пышным цветом. Итак, светотерапия биоптрон повышает иммунитет, помогает быстрее справиться с травмами, с заболеваниями, повышает уровень жизненной энергии. Цветотерапия биоптрон позволяет решать конкретные проблемы, о которых мы с вами сегодня говорили. Ну а сочетание – это естественный, еще раз скажу, естественный, эффективный и безопасный метод восстановления жизненной энергии и предотвращения заболеваний, в том числе и менопаузы. Поможет бороться с возрастными изменениями, способствует снятию острых и хронических болей, помогает в заживлении ран, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, качество жизни, замедляет процессы старения, причем значительно, помогает быть активными, выглядеть моложе в любом возрасте, может использоваться в сочетании с любыми другими методами лечения и не противопоказан даже пациентам, которым вшит водитель ритма кардиостимулятор. Обязательное использование очков. Для чего нам нужны очки с фуллереновыми стеклами? Дело в том, что вот тот комплекс, о котором мы с вами говорили, в данном случае влияет на жизнь в целом. И мы очень во многих случаях получаем негативные, там, снижение работоспособности, например. Мы не можем дольше сидеть за компьютером, у нас страдает память. И вот огромное количество вот этих вот неприятных ощущений, которые возникают во время менопаузы, мы можем откорректировать, потому что мы утром посвятились биоптроном, вечером посвятились биоптроном, а днем как нам поддержать себя? Вот для этого и существуют очки Tesla Hyperlight, потому что они повышают работоспособность, уменьшают выработку гормонов стресса, которые сами по себе провоцируют вот те явления, о которых мы с вами говорили, нормализуют суточные ритмы сна и бодрствования, защищают глаза от высокоэнергетического синего, который влияет на производство мелатонина, который препятствует выработке серотонина и который не мешает зловредному гормону кортизолу портить нам с вами жизнь и минимизирует негативное влияние снижения эстрогенов на различные органы и системы, например, на развитие ранней катаракты. Поэтому очки Tesla в течение дня – это ваша необходимая защита. И я обязательно рекомендую, конечно, Mako Neo.
ваша дополнительная энергия, потому что кошачий кокоть снимет высокое давление, укрепит иммунную систему, будет бороться с какими-то вирусными инфекциями, убирать проблемы с пищеварением, которые могут возникнуть в этот период, и помогать в лечении суставных каких-то проблем, которые связаны с вымыванием кальция из кости. А вот корень маки, который богат антиоксидантами, будет повышать нам энергию, улучшать настроение, улучшать память, улучшать сексуальное здоровье, которое теряется после 40 лет, вдруг нам ничего становится не нужно, и регулирует, обратите, пожалуйста, внимание, баланс эстрогенов. Корень маки естественным образом, еще раз, это не какая-то химическая формула, поэтому мака-нео, да, после радужного душа мы принимаем обязательно одну капсулу в день, этого достаточно для того, чтобы поддержать свое состояние здоровья. Ну и мои советы никто не отменял. Дело в том, что нормальный режим и обычные вот эти 10 советов, которые я очень рекомендую использовать, 10 минут в день биоптрон, 9000 шагов, 8 часов сна, 7 стаканов воды, цептор, конечно, 6 минут медитации, 5 фруктов и овощей, 4 перерыва на отдых, 3 приема пищи и 3 перекуса из тех 5 овощей и фруктов, да, 2 часа без телефона перед сном, 1 капсула мака-нео утром, и вы совершенно здоровы. Да и бог с ним, с целым периодом, треть жизни мы будем обмахиваться веерами и страдать по какой-то морщинке, которая появилась. Ничего подобного. Все это мы с вами уберем, преодолеем. Более того, во многих странах менопауза рассматривается как событие положительное. Женщины освобождаются от семейных, социальных ролей и переходят в статус «свободная во всем». Теперь ей позволено больше времени уделять себе, дети взрослые, своим увлечениям, путешествовать. Поэтому среди иностранных туристов, особенно американцев, французов, норвежцев, так много пожилых дам. Российским женщинам стоит брать пример со своих зарубежных сверстниц и не воспринимать, пожалуйста, климакс как негативное явление. Настрой, возможно, и не самое главное, но точно одна из важных составляющих хорошего самочувствия в любом возрасте. Именно поэтому светотерапия Биоптрон, которая позволяет оставаться активным в любом возрасте, когда возраст может быть только цифрой, позволит нам с вами жить здоровее, счастливее, быть свободными, раскрепощенными, молодыми, красивыми и уверенными в себе. Я, как всегда, заканчиваю. Желаю вам здоровья. Спасибо вам за внимание. Я могу сказать, что наступает после 40 чудесный период в жизни женщины, если мы просто умеем правильно за собой ухаживать. У нас есть на сегодняшний день, прямо вот под мою презентацию, есть очень хороший, позвонить своему менеджеру, если у вас чего-то нет из того, что я сказала, обязательно позвонить своему менеджеру, потому что сейчас какие-то сногсшибательные условия предложены компанией. Используйте, пожалуйста, их для того, чтобы треть жизни у вас была самая лучшая, самая красивая, самая прекрасная. Будьте здоровы. Всего вам доброго. До свидания.